Привет, друзья. Такая тема. Собрался на барахолочку. Нужно подготовить инструмент. Сейчас мы это разберем, обрежем, просверлим отверстие и подвесим на шнурочек. Так, отверточка. Так, и вывинтим вот этот вот винтичек, который держит ось. Так, вот она ось. Вынимаем. Разбираем. Зажимаем в тисочки. Моя ножовочка. Открыл Анто. И вперед. Так, наверное, с этой стороны. Подровняем наждачком. Вот что у нас получилось. Так, снимем заусенки, просверлим дырочки, сверлим отверстие сначала тоненьким сверлом. С одной и с другой стороны. Отверстие капроновый шнурочек. И сюда, и сюда. Завяжем узелочек. Так, а это вот сюда. Вставили. И защелкнули. Все окей. Это повесим на шею. И вперед. Резина. А чехол сколько для удочек? Что? Чехол для удочек. Чехол? Да. 50 гривен. Вы не знаете, что это за резина? Для чего она? Резина? Для чего она? Не знаете, предназначена? Понятно. Почем? Это твой 5 гривен. Пятерочка. Оно должно быть серое, а украинские черные. Польские вон, польские пакетики. Тоже черные, видите? Польские лучше, да? А? Польские лучше? Да нет, Россия лучше. Россия лучше? Да. И второе. Гравировка должна быть на станочной, а не написана. Как наши делают, экономят. Потому что не у каждого гравировки есть гравировальный станок. То есть надо брать российские, да? Ну, они по качеству лучше. Они не хру... наши хрустят. Сверлишь, чуть придавил, зацепилось, хруст и нет. И нету, да? Вот, это чистая Россия, 90-й год. Так, что за вертушка? Хорошая вертушка. Хорошая, да? 220. И почем мощная? 150 гривен. 150, да? Это не просто так. Такое тут рядом 9 гривен. Не, не просто? Нет, это хорошая. А что это такое? Не подскажите. Куда придумаете? Нога. Ну понятно, что нога. Она у вас одна или еще одна. Есть?
Одна как-то не туда и не сюда. А сколько одна стоит? 15 гривен одна нога. А 2.30 стоило бы. Выпуси 10 на 250. Не то. О, типа шиберочек. Чтоб такое купить, а? Я не знаю, что вам надо. Может, может, какого типа купить? Что-нибудь блестящее такое, полезное в хозяйстве. Это сейчас советское. Да, ржавое, вижу. М14, М12, М16, номер 3, надо большой. Почем вилки ваши? По 4, вот такой еще включать. По 4, да? Да. Всего-то? Да. Халява. Оптовикам скидка. Оптовикам? Вот две штуки опт? Да. Вот хорошая вилка. Хорошая вилка была. Силовая. Ну, она хорошая держит, я думаю. Это не будильник, нет? Где? Вот это вот, часы. Это все. Все, да? Это, во-первых, механика. Да? И будильник там, который наводится по спецнаводке. Вы такую наводку не найдете. Спецнаводка? Это не стрелка, которая... Вы не смеетесь. Да? И что же это за наводка, интересно? Там, посмотрите. Вы не туда смотрите. Поверните. Видите окошечко? Маленькое. Да. Вот вы в этом окошечке наводите на ту цифру, когда он должен зазвонить. Окошечко, это уникальные часы. Понятненько, да. Было, и все. Одни забрали, одни оставили. Да я вижу, да, импортные, классно. Ну, естественно, импортные. И, во-первых, механика. Беспроблемная. Да. И тут сколько там? 5 минут 11, по-моему. Ой. Это ваш? Да, да, да. Да, окей, спасибо. Да. Дорогие, наверное, импортные. Да, это институтские мои дела тоже. Когда-то я Киевский питомник идиотов кончал тоже. Питомник? Что это за питомник? КПИ, наверное, да? Ну вы умница. Вы задали вопрос, а на него и ответили. Ну да, не, у меня свои соображения насчет КПИ. Я в 72-м это закончил, да, 46-го года. Это был самый престижный факультет ПТМ, приборы точной механики. Так, что это такое? Труба алюминиевая, тонкостенная. Так, и вот еще, да? А почему ваши жесткие диски? 1,42 стол. О-о. Хорошие люди, не валяйтесь на улице. Почем колеса? Есть кто-нибудь? Да, я вас. А почем колесики? Шкины, по 150. 150 все или одно? Одно. Одно 150. Да, дорого, елки-палки, 150. А сколько недорого? Ну, червончик недорого. Ну, сами на червончик видишь. А пятерочка совсем недорого. Сами видишь. Да. Это вам за червончик. А большие дороже, да? Двести пятьдесят. Ну, нормально. Не, чтобы из благородного металла, я бы, может, и взял. Можно сделать из благородного металла. Черненького? Да, да, да. Надя, а почем она? А почем такая сверлилочка? 80 гривен. Патрончик накрутит. А где патрончик? А?
Нету? Нет у меня пока. А был? Накручу. Вот это ручка. Понятно. А, померить? Нет. Что такое купить? Нет, в другом месте открою, вот и травмы возьми. Вот эти обосраты и все. А то как тебе будут ебаные, да. Ты мне еще поломаю эту ящик. Свою жопу. Это с тобой? Работа Серега, да? Да, у меня работа. Работает? Нет, сейчас... От 50 и выше. Это можно. Можно, да. От 50. Ветеран труда. Институт всех твердых материалов. Оно еще это сделано из твердого, да? Это да. Твердый сплав. Твердый сплав. И почем такие? По 50 продаем. По 50 копеек, халява. Вам подарок, если хотите, возьмите себе. Да нет, подарок-то слишком. Цена. Александр, у нас же с вами чисто деловые отношения. Поэтому вы должны понимать, да, что я так просто ничего не делаю и никогда не дарю ничего. Да. Понимаете, я ж с перспективой на будущее. Игорь, 185 дай. Ну могу, конечно. Не стесняйтесь. Я можете понял. По одной взять. Могу принять подарок. 180. Берите, не стесняйтесь. Меня так легко уговорить. Это где? А, вот это вот? Подождите, минутку, мужчина. Вы же два взяли? Нет, это... Ничего себе. А у вас есть этот самый бабка? И детка есть. Сейчас мы покрасивейшую взяли. Вы говорите, бабка, а какой? Вот, смотрите, вот одна из них лежит. Вон, видите, вот такая есть. Блестященькую сейчас мы посмотрим, чтобы покрасивее. Два вида, да, все? Да, два вида. Вот эти вот есть, да. Вот эти есть толстые и тонкие. Вот такая вот такая. Ну, вот это вообще жирная такая вот. Двойная. 30 гривен. Берите носок. Сережка. Эти 30. Гайки я положил, кулечки ты положил, это все. Ладно, окей, спасибо, уговорил, возьму. Сейчас. Сколько видно вниз, по одному кинте, пожалуйста. Как вот три всего. Кулечек киньте, пожалуйста, я вас вижу. Что за сплав, неизвестно. ВК, наверное, скорее всего. 400? Самый распространенный. Т-шка, она полегче. Вот такая красота. Народ, налетай. Моим подписчикам скидка. Сколько скидка? Ограниченное количество. Так как, знаете, монеты колесо. Ну, да. 70 гривен, советские еще. Берите, не пожалеете. Только 5 гривен, да. Она не делается 5 копеек. 5 гривен. 10%. Ну, пятерочка-то тоже хорошо, но... 10%. Давайте. Так, 3 штучки, окей, спасибо. Родина тебя не забудет никогда. Хорошие руки. Игорь, 420. Спасибо. Реза дисковая. Все, вот ему положил. Там весы. 12 на 12. Так. Да, ты это самое должен. 50. Будешь разобрать все развертки, пока не забыл. О, да, все, сейчас я тебе забыл. Чуть-чуть не туда вот. А что стоит такая книжечка? 15.